Итак, народ, всем привет. Это у нас продолжение прохождения Tomb Raider первой части. Итак, это у нас уже получается часть 11 из моих нарезок по данной игре. Так, я помню, что вроде как бы здесь никого нету, там дальше эти уроды появятся. Так. Ох, как там высоко. Ой. А так солнце слепит. А так высокая страшно. Так, спускаемся. Теперь у нас наша главная задача. Опа. А, у меня все полно. Опа! Успел. А то, если бы не успел, у меня были бы проблемы. Лара, ты на связи? Алекс сказал, что ты уже спускаешься. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Так, сейчас походу я тут застряну где-то. Ага, ну уже подъезжаю, сейчас он там. Целая куча злых дяденек будет, которые будут на меня охотиться. Да, 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 да. Какой нет, да. Так, что же мне теперь делать-то надо? Так, а как-то же я отсюда. О, тюрбошок вижу. Вот так. О, блин, я бы хрен бы там бы. Полетел бы, я бы там застал бы, доталал бы там стоял, пока бы не сдохнул. Реально страшно так лазить по такой высоте. Сейчас по мне должны открыть огонь. Когда он до туда доберусь. Пять, целая куча перестрелок. Ну это как всегда. Так, так, так. Слишком тихо. Не то, что слишком тихо, слишком подозрительно. У-у-у. Бутылки. Давай. Опа! Тихо. Так. Ой. Стреляем в голову, патронов у нас маловато. Сейчас бахнет. Ой, 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 ой. Наоборот, наоборот, наоборот. Нельзя так рисковать. Куда же вы так лезете? Человечку-то прячь свою. Так. Получили приз. Компенсация. Так. Так. Да ты что будешь делать? Так. Ой.
Ну, а сейчас этот идиот делов натворил. Ой. Кажется, у нас проблемы, Хьюстон. Убила моих братьев, ты сдохнешь. Я их убиваю, чтобы выжить. Понял ты, говнюк. Бежу, 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 бежу. Вау! И он что, останется безнаказанным, что ли? Вот, блин, беда, а. Ладно. То я думаю, я вас замочу, я уже забыл про это. Вау. Я живой, я живой. Так. Давай, 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 давай. Думаю, остальные спустились более легким путем. Я думаю, да. А мы-то не ищем легких путей. Так. Хоба! И где же они? Так, что же у нас тут? Так, так, так. А, я ящичек пропустил. Ящичек нам нужен. 500. Надо, наверное, 1200 насобирать, что-то можно. Свое оружие улучшить. Так, теперь к ним спускаемся. Что тут, ничего нету, что ли? А, вот что-то есть. Патроны. О, это мне пригодится. Так, 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 так. Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Пошел на Endurance с инструментами для рейс. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс, верно? Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Ионе. Черт. Давайте попробуем использовать систему блоков. Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. Да, конечно, я буду беречь себя, как иначе. Сейчас мы все найдем. Там вроде пара-тройка плохих дяденек есть. Мы их уберем так без паля. Опа! Как она запрыгает? Так, ладно. Я вроде понял, что мне сюда наверх вести не надо. Или надо? А, надо, да, да, да. Как я еще иначе тут
Доберусь. Две из трех деталей для винтовки. Тихо, тихо, тихо. Оп! Опа! Чик! Ему больше сотни лет. Угу. Ему больше сотни лет, так что не переживай. Ой. Ой. Тихо. Ё-моё, как это было страшно, конечно. Он меня чуть не замочил. Говнюк такой. Так, а где этот погорелец? А вот он. Извини, чувак. Не мы такие. Ой, нашумело тут немного. А тут никого нету. Давай. Рык, скок. Нашла. Дрова. Ну и все, бежим обратно. Блин, везде это высота. Опа. Ой. Извините. О! Никого ты не убьешь, дядька. Так, 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 так. Еху! Бежим, бежим, бежим. Сейчас мне вроде как лук подгонят такой авторитетный, хороший. Как? Спасибо. Что с тобой? Алекс еще не вернулся. Это Уитман! Иона! Помоги! Вот урод, а! Там же никто за ним и не гнался. Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целые, ясно? Ты я какая? Иду за Алексом. Ты где какая злая четко-то. И будь осторожнее, Лара. Ладно. Мы скоро вернемся. Да буду я осторожнее, не надо так за меня переживать, ё-моё.
Постой! Вот. О! Возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. Ой, зато будет интереснее. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона. Вот этот лук мощный. Так. За ним горе не поможешь, как сказал бы Рот. Не верится, что его больше нет. И никогда уже больше не будет ни его, ни рассказов о моих родителях, ни похода в горы. Боже, лучше бы они меня убили. Но нет. Вот она я. Жива, здорова. И точно знаю, что ни корабль, ни самолет нас отсюда не вывезет. Сейчас точно. Я чувствую, что разгадка... Ой, его что, еще улучшать надо? Да ты что? Надо действовать. Надо найти выход. Ладно. Мы тут сильно потратились. Что? Юрон стоит у берега за утесами. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы. Пойду как смогу. Так, следы остаются? Остаются. Пойду как смогу. Стоп. Максимальный запас, сколько у меня там? 40 стрел. Так. Вот это мощь. Просто вообще, просто. Ух. Вот там маячок какой-то моргает внизу. Резко так. Оп! Так. Оба! Ну что, Рэй, я подхожу к Эндьюранс. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Вай, поехали. Так, я помню, что здесь... Что о! Что там происходит? Эта баба освободила пленников. Помогите мне! Внимание! Смотри! Ближе! Я попал! Что? Тот что, живой еще, что ли? Ну ё-мо, столько стрел на них спустил. Давай, у тебя по-любому есть стрелы. Одна стрела. Так. Опа. Так. Тихо. Вниз нам лететь сейчас как бы вообще не резон. Птичка! Я пошутил. Каждый выживает как может. Так, туда я не пойду. Там слишком много лишь. Опа! Извини, я столько шума нагрел. Блин, где мой лук? Так, надо заряжать. Блин, мне и нечем заряжать. Так, что тут, ничего нету? Так, стоп. Опа! Ай, да я меткий какой. Тихо.
Так, что там у нас? Так, на ту штуку у меня силёнок не хватит. Так. Так, я думаю, надо поджечь. Так, можно тушить этот факел, мне сейчас не понадобится. О, растение крови. Они разбирают его на части. Конечно, разбирают на части, а что еще с ними делать, если запчасти нужны? Опа! Да-да-да. Что за остров такой? И пушки стоят, и чё только тут нету. И древние эти... как их? Воины эти, штормовые стражи. Опа, тут у меня проблемки будут. Ну, попробуй теперь. Сейчас мы этого снимем. И сюда, дровосек, давай. Давай. Чего? Че с тобой вату так катать? А чисто эти уроды тут не спрятались. Так. Так, надо заряжаться. Здесь тоже надо зарядиться. Так, ну там все заряжен, заряжено. Так, это пригодится. Это у меня все есть. Так. Так, чуть все есть, что ли? Да, почитаем. Прибрежная база атакована неизвестным противником. Есть предположение о высадке на остров спецвойск американских вооруженных сил с целью помешать проведению операции. Связь нарушена повсеместно. Мы понесли тяжелые потери. Многие просто исчезли. Весь оставшийся личный состав следует к древнему монастырю с целью установления контроля над погодным феноменом. Ожидается серьезное сопротивление по маршруту следования. Срочно требуется подкрепление. Прости, чувак, но в подкрепление тебе помочь не могу. Так. Ничего себе, это у нас будет редактироваться. Надеюсь, вы там обе сдохли. Что-то у вас братьев-то много стало. Опа! Так. Тут есть то, что мне пригодится. Так.
Опа! Урод! Опять он меня обошел.